На площади перед Дворцом культуры Яузы уже началась насыщенная концертная программа. Главные ее герои – творческие коллективы городского округа Мытищи. Ни один праздник не обходится без песен и танцев. В день городского округа Мытищи подарком для всех стал большой концерт с новыми зажигательными номерами, как известных, так и начинающих звезд. Нас очень радует погода, и поэтому очень много народу. Это очень радостно, что все наши усилия оправданы, и что людям нравится, что они гуляют по нашему парку, посещают наши мероприятия. Это очень здорово. Радуга, русские народные танцы, образцовый. Нашего руководителя зовут Ирина Вячеславна Зинченко. Мы хотели бы сегодня поздравить всех жителей округа Мытищи с днем города. Желаем счастья, здоровья и хорошего настроения. Лучшие творческие коллективы культурно-досуговых центров представили в этот день свои номера. На сцене выступили исполнители «Эскиз Бородино», «ДК Яуза» и «ЦК Подмосковья», а также из «Марфина» и «Поведников». Подготовка к празднику у всех была большая, ведь задача каждого коллектива – удивить и развеселить. Чтобы наш округ процветал дальше и все, ну, становился все больше и больше. Чтобы каждый вкладывал что-то свое в его процветание. Мы очень рады, что сегодня праздник нашего города, что все так красиво устроено. По-моему, первый раз вот я вижу, что не только на этой площадке происходят мероприятия, а практически на всех, в парке, и для детей, и для взрослых. Очень нравится все. Ну, а что бы хотели пожелать в такой день, яркий, праздничный, жителям всем? Всем добра, добра, здоровья, вот, радости побольше. Вот. Продолжать любить и оставаться в нашем городе, уважительно относиться к гостям нашего города, соблюдать чистоту и порядок. Концертно-развлекательная программа на главной сцене округа подарила всем пришедшим улыбки, радость и веселое настроение. Алла Сталаева, Константин Хемичев, информационная программа «День».